Ваня, а у тебя все хорошо? Ты Да. не пил наркотики, там не употреблял, да, Нет. контакты читаю, читаю. Я как бы не уверена в своей адекватности. Адекватно. Привет. Здорово. Вань, если ты не трезвый, ты сразу скажи, чтобы мы гипера не Мы тебя не закрыли. будем резать. Какой смысл мясо резать? Я поставлю на этот раз решалку. Но не будет нажать. Если... Да почему он шутит? У меня 11 тысяч хп. Нормально должно же быть. Там Какой? 12 прилетает с половиной. Я же ходил с лукарями, которые были 10. Их не ваншотили, а меня ваншотили. Просто были. Ну, специально для тебя же. Так я и говорю, у меня даже хила этих 17 ваншотили. Так что уже про лука говорю. Я серьезно говорю, у меня на хиле в короне 17 тысяч хп и меня ваншотят. Иногда. Вчера, короче, такой иду в Тимаранте, потом свалился в этот пролом, там, где возле стока. И смотрю, один чел сливает своего основного астма на квест. Я ему пишу ПМ. Тут у меня скрины есть, сейчас этот репорт и бан тебя. Сразу вышел из их. Естественно, никаких этих скринов не было. Асму просто пишут, что у нас 600 тут. Свитки Пандарун с Парадес. Все, ребят, мы не залились на катание. Свитки Пандарун с Парадес, быстрее. Возврат на силус. Только свиток зря потратили. Две монетки так-то. Да-да. Ой, возврат на силус. Разбиться на нике, на нике. На нике разбиться. Это было возврат... круто, ребята. Я вернулся на Парадес. Так все то же самое. Да, но все тут на Парадес. Стоп, стоп, не разбиваться, не разбиваться. Не разбиваться. Ой, блядь, покатилась. Пизда по кочкам. Базен, базен, астмы идут на базен. Все правильно, возврат. Сейчас скажет, так и было задумано. Вы знаете, теперь хорошо, что у меня компьютер подлагивает. Извиняюсь, ребят, просто астмы в последний момент, когда... Вот, вот, они в верхнюю правую дырку уже залетают со стороны 86-й, быстрее. Рубиться. О, есть там. Центральная ворота, 86... Переехали. Так, это у нас кибуписк, да? Покрофлит. Блин, еще полчаса будешь умирать тут сидеть. Ну почему всегда я пилотом постоянно дохну? Хилом никогда не дохну. Что это? А белые на силус побежали. Во. Да.
Что, там есть смысл еще? Да вроде ну, возврат прожечь можно. Если не успели потратить. Только-то нечестно, у нас нет, а у вас есть. Что там у тебя? Стоим на центральных воротах. Пипец, люди лохи. Покупают ключи. Спасибо тебе, Вова. Да, спасибо. Ребята, вылетают. Стоим на центральных воротах. Навстречу Асмам не вылетать, потому что там не зона. Да, знакомый только что выпал ключ. Готовим. Поставил его на аукцион и сразу и купили его. Цена. Все, погнали нас. 86-й. Тут нам главное. Тебя сам сегодня за 55 лямов купил ключ. Ну не пожалел. Так а толку? Я говорю, выпал и чё? Ну вот видишь, тебе повезло, это видимо у меня все персонажи такие невезучие с этими волшебными камнями. Так тебе ещё повезло, волшебный камушек упал. Я не свиточек. Да, свиточек. Всё, хотя там их 5. Да, кибелиска, с кибелиска не выпускать. Стоять около кибелиска. Это волшебные камни забиты на всех аккаунтах. Так в том-то и дело, да. В складах забито полно. Ну у вас не такие, понимаете? У вас не с ивента. Ага. Они волшебные, сразу да? Сразу кажется, что до 15, да? Угу. Даже до 16. Сразу ну, насчет этого не знаю, но плюс 3 точно. С плюс 2. Ну. Возможно, возможно, не спорю. Или только. Свитки Пандарус. Кому ты там свитки Пандарус? Рофлин. Не, Бардес. Бардес. Я забыл, что его ждет. Я забыл, что он нас ожидает. Побежали в Пиродес. Пиродес. Я не знаю, я бы на месте Асмал. Мне кажется, вот кто припитый. Юра. Пиродес? Сейчас еще что-нибудь отожгет. Разбиться всем. Хотя нет, тут Асмы заебил тоже не собираю. Вот тут их. Хотя мало. Сейчас посмотрим. Свитки Витамино. Слушайте, ну. Хлопаю стоя. Да, и Асмы все тпшится тоже. Свитки Витамино. Парень реально рофлит с этого. Там еще нашего привратника не слили. Свитки в кротан. Че? Свитки в кротан. Что-то он накуренный реально. Может действительно новые свитки появились? Это какие? В кротан. Это кротан. Опять свитки в Пандарон, зас мы решили нас задрочить. Да, да, юзаем свитки в Пандарон. Уже без возврата, вообще нормально. Я так все свитки потрачу. Они решили свитки нас разводить на свитки. Ну вот ваша армия. Как бы они кроликов разводить не начали. А парадес идем на парадес. Они куда-то цепляются. Да, Асмы уходят. Асмы уходят на Абис. Они решили нас на свитки развести. Туда обратно вязают. Свитки в Пандарунс, потом свитки в Тамино. Свитки в Пандарунс, свитки. Это не серьезно. Можно я в Парадесе постою? Ой, вот здесь. Идем на Парадес. Да, короче, да. Как-то мне кажется, на Кротан побыстрее будет. Идем на Парадес. Хорошо. Уговорил. Да. Чертяка языкатый.
Быстрое возвращение, Ласман, Верстайл. Во, это того стоило. Быстрый разврат, быстрый разврат. Я прожгу свиточек, который мне мешает. У меня вот интересно, он сейчас уверен? Да, там смотри, на базене кто-то транс один заявил. У меня обычный телепорт. Они в дырочку. Все на базен, в крепость. На центральных. Да, на центральных, да хуя. Инкарнейт тебя не центральные ворота сваливать. Зачистить. Я мисса пока. Я поспела. В сторону 86 летит кто-то. Внутри крепости тоже много ребят. Посмотрим. Да, гол внутрь, там хоть залить поможет. Вот тут. Угу. Вон, нормально, нормально. Ухо не ворота, уже бьют. Хотя нет, уже мало. Наверху они там летают. Там в дырках тоже поперебил. О, всем ожог, всем ожог! Они убились. Больше ничего. Они убиваются? Не убиваются, не смертники. Блин, ну что? Вылетаем с базена в сборную центральных вороток. А нет, отставить свитки Пандарун с парад. А нет, отставить свитки Томинун Крота. Ждем. Да, давайте подождем 5 секунд. Центральные ворота, оставить свитки Юза, центральные ворота быстрее. Там, походу, чисто архангелы сегодня на разведке. Ребят, извиняюсь, сегодня мы решили поиздеваться, туда-сюда юзают свитки. Блин, я не знаю, они решили нас задрочить перед Новым годом. И сам себе тоже. Никого можно было, кстати, юзнуть. На тарелку 86-й. Все к тарелке 86-й. Что такое тарелка 86-й? Кибелиски. Это позывные, как кибелиски. На кротане? Да, слили на кротане. Да-да-да, в Кисасе до сих пор лошары не слили, господи. Все свитки Томинун. Два человека вижу здесь. Все свитки Томинун. Ноль человек. Теперь Ткисас, Ткисас, Сократ, круто. Все свитки в Томинун. Кротан, Кротан, быстрее, Кротан, 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 Кротан. Страна осколка, да, два человека есть. О, ничего себе. Наверное, да, надо два союза на этих двух раз. Вон, в юшке все дохнут. Где? Быстрее, все на кротан. А теперь все свитки Пандарун. Потом Пандарун телепортнем, что вообще годяк. Так вообще, да, тут вообще не собирают. А, ну может. Сверху, сверху, сверху есть. С какой стороны? Сверху, сверху, если на карте смотреть. Угу. Там где буква К. Не знаете, да. Западного осколка встречаем. Кротан. СТГшки дадут подлететь, чё вы там возмущаетесь? Стоим все внутри крепости. Не знаю, как раз таки СТГ всегда стоит рядом с крепостью. Вот это белые туда летят, извините.
Там уже кто-то жалуется, что СТГ не дает. Все крота. Стоим строго внутри крепости. Собраться вот на этой блящатке, которая сверху, и стоять. Сегодня одно тело орало, это Юра распустил. О, это летят. Лех. Летят, летят. Ля, да, белый, пролетели. Всё, ля, понеслись. Все, слить всех ниггеров. Слить всех ниггеров на кротане. Да все уже, разлетелись. Пожалуйста. Ребят, ну что вы даете дезинфу? Сами сказали, что если они тут подлететь, и сами в первых рядах полетели вне зоны. Спасибо. Я ну, стояла на первом, знаете, вот это кольцо перед кротаном. На крепости есть одно тело над крепостью. И смотрю, короче, перед, знаешь, передо мной белая эта туча. За ногу ловить его. Где? Он очень высоко был, 70 метров для него было. Вот, да вот он, вернулся. Да, ага, вижу, появился, да, на карте. И опять исчез. Все умер. Ахалай-махалай был? Ахалай-махалай. Всем разбиться, всем разбиться. Хорошо. Все на силус. Всем разбиться на нике, все на силус. Все на силус. Насилуй всех. Насилие, реально. Насилуй. Чуть на киби не зарекался. Бывает. Сбор в силусе около храма знаний. И чудо-моб. Выходим через балкон в сторону 7-8. Выходим через балкон в сторону 7-8. А уже добежали? Почти. Почти. База наша. Можно... Семь, восемь минут в какую сторону? Это... Налево. Налево сразу. И хуй прав налево, если... Ну, если... Я уже за тобой бегу. Прыгнуть вниз. Перебить всех асмов на силусе. В сторону 78. О. Грызовчик. Долбинечка небольшая такая, здравствуйте. На мост их! Нет, не надо на мост. Надо было их развернуть. Ну значит. Подогнать ближе к крепости. Угу. Ой, если слетают. И потом их убить. Всем умереть, стать на кибелиске. Мерзкий. Ой, а как здесь умереть? Стать на кибелиске. Ой, я успею. 8к хп. А куда вы все? Блин, кибелиск. Ты куда? Вы же на это попадете. На нику. Все за мобами побежали. Как на кибу ты сейчас попал? Не убейте, не убейте. Ой, реально. Сериан. Баба. Чё? Я упал вниз, разбился и встал на том же месте, где я разбился. Всё. Ага, Мурмурка сражается с Фиселотом. Я голенькая сражаюсь с бабами. Все бабы. Ой, где это мои бабы? Не-не-не, я вот это, добровольно. Да, всех мобов перебили. Я полутаю их пока. Все базен. Ничего так нормально. Какие они медленные эти добровольцы. Ой, все, они меня почти убили. Вот, смотри, бам, все, Мурка упал. Ой, меня убили. Блять, все бегут по Зен в куб. Там уже не бежит. Какая же крутая пилота теряет сливаться. Теряет мобам змей. В кубе много. Угу. Кто-то крабик. А где-то?
Базаем через центральные ворота, залетаем, куб зачистить. Хорошо все. Финс, я совсем мудом стан. Сясти спас финство. Не Рагвейр лучше. Там есть живые? А, вижу живые. Кто-то я успел все только негатив снять. Зачистить бат. Ой, я так пошнулась внутрь. А тут страшно. Ой. Я не хочу отсюда, я хочу уйти. А как там, есть дверь открытая, да? А, вижу. Да, ворота они сломали. Они прям в кубе уже сидят. Да, я просто... Залететь в куб, не ссать, чё вы как бабы, блин, подгварда, это ваш ОС, сейчас придет второй союз и хер вы чё получите. Ну я баба, это логично. Что я могу сказать? Чем докажешь? Да, базен. Я проел ДПшку, чтобы притянуть удочкой, и все. И сдох. Куби есть еще? Чисто, только метки унижения ставлю. Вот Cincinnati там. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, адаптант, не знаю где. Есть кто-нибудь рядом, ребят, фаера поднять? Вайра. Какая ты где? А я отправляю. Я уже ресаю! Ты уже? Боже. Кайф, у меня же скорость. Ты не торопись, там последний асмик остался. Сверху много асмиков, вы. Спасибо, ребят. Разбивайся на Ники Силус. Спасибо. Да нам и тут хорошо. А где сверху? Прям под потолком. Что-то я получила. Сторону 78-й поставь. Силу в сторону 78-й. Ребят, информацию по пасму сейчас давайте Косте, потому что надо отойти минут на 5. Так, мы же разбиваемся. Мне кажется, уже поздно. Чуть не хочется, и только ДПшку наберу. Ребята, зайдите, кто дает мне информацию, Косте в комнату, и давайте ему информацию. Заходит Асмы с дыркой. В сторону 78-й быстрее. Я потерялся. Да. Ну тут немного, Джокер. Прыгнуть вниз, Дикси. Погнали, в сторону 78-й, быстрее! На мост! Ага, вижу. Так никто не зашел сюда даже, ребят! Да-да-да. Перебить всех нигеров. Я такой иду. Два трупика, смотри, трупика. Два, три, два, три, один, два, три. Смотрели. Ну что, стоит идти в силу, если нет уже? Нет. Никого нету. На 78-ю, перебить всех негров. Кого? Абсолютно всех перебить. Да не, они у базы стоят. На кибелиска прямо, стоим около кибелиска. А толку да, да? Наносил на базе не быть. Парадес бы еще. Не выпустить кабели из касмов. Стоим около на 78-й около кибы, не выпускаем. Да, бывает. Все, всю информацию Косте я отошел.
Прощай, кротан. Там собираются. Кротан? Не-не-не, говорю, прощай, кротан. Уже на синусе собираются там. На кибе. Не пугай. А, уже исчезает. А, нет? Не-не-не, нормально там. Я за Андреем. Тут вообще отлично. Если что, можно будет это хвалить. Не, куда-то ты проходишь. Да, мерзав, слышу. Ты проехаешься куда-то. Че, посмотрим. Второй Олег, все в северке. Блин, я тут эфирчик. Доминон, кротан. Так и знал. Я надеюсь, через киса сможет. Я бы через Ромилен. Уже везде ТПшки посливали. Да ладно. Небалашара в трансе. Молодцы, парни, откуда силы слили психопа. Есть ТП. Это куда? Киса с кротом. Мне прям мой день уже этим какого первый полил. О, какой-то добрый выше. Человек уносил приватники класс. И чё, где? Крепи никого. Блин, у меня один свитер остался без на открыть. О, ты успеешь, мне кажется, сходить. На базу можно уже не идти, я там нормально залился. На парадес бы ты носился. Да, ладно, два, окей. Да, с парадесом все плохо. Парадес вообще какая-то странная крика. Видят где-нибудь кто-нибудь кого-нибудь помимо наших? Ой, ай, встречаем на кротане. Я увидела. Нет, пожалуйста. Откуда? Да сзади СТГ, где-то. Пандарун с парадес бежим. Перебиваем всегда, Асмус и парадес. Она тебя сливает постоянно. Так я просто летела вперед никуда. Вот сливается. Он сейчас сомил, пока я мертвая. Ну что за... Спасибо, Мурочка. Я чувствую у тебя жизнь. Ваня, ну мастер леса! Хилить не успела леса! Ребята, мы с Пандарон с Парадес. Ага. Ян, если что, пушку одевай просто и все, и по фастику хилы раздавай с ней. Я ж тебе говорю, я лечу и понял. Сзади получила. Все в Парадес, да, ребята. Передние ворота Парадеса. А так-то да, с пушкой, потому что она далеко стреляет. Пистолет без вариантов вообще. На сзади. Она далеко стреляет? Насколько? 25. Пистолеты 20. И пушка побольнее бьет. Да. Я просто улетаю, а сам такой летит, короче. Бля, сколько ты тут парадесе, все белые утекают. А ты трансуришь вообще? Нет, у нас транс. Вот когда кем... ты уже успел туда попасть? Что? Когда ты успел туда попасть? А я нахрена не ходил, я сразу на парадес пошел. Ух ты какой! Как смысл, на кротане я завелся уже. На парадесе ни разу не был. Кто там был? Вот именно по этой ёп. Мы тут уже на парадесе всех перебили, практически. Дракула там был. Парадес передние ворота. Скорость движения 6,4. Как вы думаете, я успею до парадеса? Да, на 100 пудово! Пока там да я скажу, это. Так, Парадес, Асмы побежали сбоку на задние ворота. Чем дальше, тем лучше. С передних ворот они побежали на задние, по кругу крепости. Направо. На базу бойца нет. Да. Да хренище их на продаж. Белая все утекает. Хорошо, что белый валют. Ну, они все будут на центральных воротах.
Music beat, возьми меня на плечики. Revelation же можно брать. Передние ворота встретите, ребята. Передние ворота. О, тут их. О! Ты транс у меня. Светроглайд, возьми меня. Прыгай, прыгай на плечи. Ой, блядь. Где? Я домой падает, просто ему лицо разбили. У меня просто за один стан. Я успею. Да, эти. У меня гидравлические руки, так что я могу и понести десятерых. В маршрутке? Еще сзади прицеп прицепить, еще десятерых. Я же говорю, тачку купил, все, больше не хилит. Не знаю, вот эти тоже новые ММО, там вся реклама красивая, а смотришь, как они там, какое там ПВП, ну вот именно внутри игры, такая жесть вообще, фу, блин. Реально, вот ты смотришь, настолько некрасиво все это. Не знаю, в районе... А тут типа некрасиво асфальта близко. Не, ну осада, это понятно, я имею в виду даже, вот, ну ты поняла меня, ну ты же поняла меня? Да, те же БГшки там вообще отстоят. А Йон самая нормальная игрушка из всех существующих сейчас. Да просто знаешь, вот ты смотришь даже на скиллы в том же там, в Терри, вот тоже Revelation посмотрел, реально как в детском саду какие-то, вот ну такие вот. Ну не знаю. Силус, ребята, силус. Это что? Ух ты. Надо убить Света. Северку и разбить просто. Башню Света и прыгать вниз. Да. Я думаю, что я просто постою пока на парадесе, а то я буду. А знаете, что я в Томином включу? У меня свитков-то больше. В Арширате, я смотрю, тоже кто-то там дохнет. А они везде дохнут, я смотрю. И в Северке, и там. А, это, наверное, кто-то просто так быстрым возвратом, да, через Аршират. Вы через Север можете отмыть печальца. Кстати, все в Северке, да. И разбиться заодно. Ну нет, чтобы не было вот этого. У меня, например, почти 3 минуты уже. Это вообще пиздец. У меня вообще максималка. Я лучше побегу. Как ты так умудрился? Ты точно на сады ходишь? Там душу просто откупаю каждый раз. Мерзава, с какой базой? Дима, ты с какой планеты? Где что я? Что тебе не до когда ты разбиваешься? Так на ник уже. Ну, точно. Так, думаю, у тебя не никогда понимаю. Не подошли. Раньше были это сообщения, например, креп, название, баз? 78-й базы. 78-й базы Асмы пойдут. Надо дом себе уже купить. Угу. Я останусь. Они у ворот дохренища. Гоу-гоу-гоу. Ребята, со стороны 78-й Асмы уже в силусе, прямо над воротами стоят. Поднимитесь, убейте всех. Мы тормозим, что-то. Стоим по себе наверху. Так тут никого нет. Над воротами прямо нет. Нормально. Вот, да, есть. Ого, они наверху все. Не в сторону 79-й побежал. Ну, по этой, по круговой. Я только с коняшки спрыгнул и все. Все. Ага. Очень много белых. Белых инфа было лучше, чем у нас. Угу. Ой, я уже 15 тысяч. Апа, на белых? Угу, на белых. Я только 5. На крота нас мы летят. Где-то два алика. Там белые зачистят. Возврат, Базен. Мне кажется, все не получится. Осаду тут белых я почти не вижу. Только наши все. У
У нас даже в нашем союзе есть разведка, да? Ребята, на центральных воротах соберитесь, они на кибе ждут, стоят. А, блин, я в кепу пошел. Ну так-то да, просто инфа была в кротан. Ой, все, встречаем. Центральные ворота встретились. Ну, в баню их. Я наверху посмотрю. Да ёпарь. Крестните, плиз. Чину. Посиди. Только все. Отходим на центральные ворота. О, с той стороны залетает. Быстрый. Был. Угу. Бедный кебл. Обряд тела еще нет. А, блядь, не щадил никого. Уж горит эта осада. О, летят еще, летят. Опять встречаем, пуешь. Опять идут. Встречаем. Я смотрю, вас мы решили нас конкретно залить. Особенно база. Сильно много их тут было. До кибы и на... Так, до кибы и там встаем около кибы, чтобы они ушли отсюда. Надоели. Мне вспомнилось. С пиратов Карибского моря, когда тот нигер. Надоело и нахуй бы доску. Не спережет. Это же мы ясно. Блин, а что там за ивент будет на осады? Да какие осады? Будет ивент с осадами связан что-то. Асмом, наверное, отпадет какая-то крепа. Классная, вкусная. Отдадим Асмам кат нам за это по серке, да? Отлично. Или по свиткам ускорение. Ну, сейчас. Наверное, по классенке дадут. По одному. По серебряной. Летят. Не поржавый. Вот так, отлетите. Заедли. Центральным воротам отлетите, пускай подойдут ближе к репе. Я на кротан пойду лучше. Без пуска. Сейчас еще один заход и пойду на кротан тоже. А я на бы этот... На парадос. О, нормально. Летят. Все в базен. Базен. Забейте там, Сибрина в первых рядах тут. Надеюсь, ее сольют. Вот дело уже. Эх. Я кого в таргет не возьму, у всех либо хромстоп, либо сабина. Все, пойдемте в Аришура. Белый куда-то тпшится. Они... Я тоже, сюда? Пожалуй, пойду. Центральный ворот, стоим, базен. Призи мысли читает. Так, а белых тут и нет, только, ну, в основном наш союз стоит. Белый. Да нет, нет, вот почему. Да, ну, их тут человек 20, в общем. Белый, походу, на Парадесе или Силус. Нет, нет, вот они тут. Вот ребята, которые ходят с тем мамблом, вот они тут все. По крайней мере, кого я знаю. Аралина умирает в Арышурате. Да, она только что тут стояла рядом возле меня. Я уходила сейчас только что, там был один асм. Фига они так резать и тпшнулись.
О, вот, смотри. Светки, ты минун кротан опять. Ага, я как раз тут вовремя. Я тоже в кротане. Я вас ненавижу. Полностью поддерживаю. Они тпшнулись быстрее, чем сказали. Асмы. Ах, асмы на кротане. Да у Фризы половина в ЧСе просто. Заливашки. Ну все понятно, вот так. Теперь мы бегаем за белым альянсом, короче. Ящик с доспехами Гипериона 300 лямов. Да. Ивент пройдет, он дороже стоит. А там на выборы или как? Ласнов... Нет, конечно. Суки. Быстрее нет. В крота нас уже летят, надо встретить. Ласнов ляс стоит. А ты хотел судьбу наебать? Ну да. Самое обидное, да, что именно как на Гипере. Че угодно выпадет. Ну. Очередная тень, которую тебе не надо? Да, как всегда. Рыжее кольцо или там серьга. Не, рыжее, по-моему, не выпадает из этих ящиков, ребят. Рыжее не выпадает. Там фиол только. Там только фиол, да. Ничего не знаю, мне по-любому кольцо выпадет. Асма, ребят. Кольцо не падает. Самкада, да. Ну, из западки. Да их уже отогнали белые. Белые придурки. Я прилетел. Да. Нормально. 1500. За кого ты дали? Ничего себе тебе дали. Под хвостик. Да. Мерзавый, что там? Это где? Разбиваемся на Силус. 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 78 базы. Кому-то это дорого обойдется. Наверное, только нам. Так, я понял, я за гражданом почти ничего не получу. Сотку, если получу, это будет хорошо. Классно, я... Чё, ясно. Дракулу встречают. Там было 5 коллег, по-моему. А все, все бегут такой в силу. По-моему, там Уфик третий был. Пофиг уж. Со стороны 78-го моста дохуище. 78-й, выдавить их на мост, быстрее. Да какой там мост? Там через бублик выходите сверху. Да, наоборот, их надо обойти и, блядь, давить. В город к нам. Я забыл, что я нет. Петрух, я не успела. Да там, конечно, да. Я забыл то, что там надо подхилиться после того, как умер. До самой базы гоним их. Чё там, мерзава? Можно вводить в свой. Да, я пошла уже об мобов убиваться. Так, чтобы на парадес ходить. Такое чувство, что мы выполняем квест замочить туземца. Это не сад. То прибегаем, сливаем маску и дальше пошли. А куда идем? Мерзава. Чё там по инфе? Я, короче, на этот на парадесах.
Я тоже. Я там абсолютно ничего не вижу. Я, наверное, тоже думаю туда же. Я сейчас хорошо рад буду. Да нет, сейчас бацан будет, наверное. Мандарунс Парадес. Да. Передний ворот Парадес. А белая уже тут. Ребят, быстрее, быстрее, а то тут всякие бомжи перегонят вас, вон белые. Бля, они по-любому первые сюда вообще пахнули. Все, ребят, я тут, всю информацию мне в ПМ. Похуй. Он один хуй из своей 500 скребет. Передние ворота Парадеса, быстрее. База. Нихуя тут нету Парадеса. 4 трупа. Можно 5. Квестик сдать. А нет, есть. Через базу, а не у ворот, короче, внутренний. Да, они уже внутри. Полная стеночку поставляем. Хуёво быть первым. Парадес, передние ворота, быстрее. А, вижу. Вот. Внутри крепы уже ворота бьют. Белых гонят. Угу. Перебить всех ня, всех асмов, быстрее, перебить, перебить. Если он хотел сказать нях. Нях. Он просто по привычке, как ходим захватывать тинками. Перебить всех асмов, быстрее на Парадесе, дальше надо идти по крепостям. А что, есть еще где асмов? Телепортнулся, сразу здесь ни одного асма. Если я 30 тысяч апа набью до этого сада. У меня сейчас 123 метра. Свитки... Так, отставить свитки Пандарунса. Стоим на парад... Вот любит он нас, наёбывает. Белые ушли куда-то. Я тоже пойду в кротан. Сами все что разобьют на ники. Базен возврат есть? 5 минут еще. Блин, такой худющий, пипец. Хер. Ты спалил асму? О, Блендэнсер. Кто? Блендэнсер. Круто. Он что, вернулся? Походу. Не знаю, школьник. Ага, пипец, как его бомбит постоянно, когда у него отбирают или ключики, или сундучок. Да бомж. Надо в СТГ его позвать. Он за кого играет? У нас как раз все такие, да? Глад? Да, Глада, да. О, вообще отлично. Да кто? Блэд Дейсер, Глад. Ага. Помнит кто-то еще этот, как пилку? Да. Стоим парады с передние ворота. Наташа, пилка. Какие ворота? Парадес.
кстати, вот это, что он, ее заливали, это на зло Юре, чтобы он это, не стал командующим. Ну и правильно. Юра, стоять передние ворота Парадеса, быстрее, ас. Тогда вообще, я Пиука, Мишатик и еще пару человек вообще не давали никому крабить в Воке. Джимит. А у тебя раньше версии. Какой ник был? Мариам. Я все сейчас так исключает из региона, да? Мне вообще пофиг, я здесь никого не знаю. Кто это Томас? Параде стоим центральные ворота. Стоит. А на Парадесе надо хорошо залиться. Блин, а я ушел. А потом также еще хорошо носилось, и вообще будет песня. Возврат 3 минуты. Возврат, да, 3 минуты еще. Базен мы залились, там потом нормально. Ждем, ждем, стоим на центральных воротах. Осады подряд не приходят оттуда ничего, хотя я там нормально заливаюсь. Откуда? Базена. Что есть там? Пока нету. Хорошо, пускай они ждут, пока я добегу. Зажечь трансов на Парадесе! Зажечь трансов на Парадесе! Идут. Все Парадесы! Зажечь все трансов, собраться над центральными воротами! Быстрее! Те, кто будут на центральных воротах, сдохнут! Все трансы асмовские пришли на Парадес. Прикольно. Надо было через скрепы идти. Ух ты. Все, прыгнуть с центральных ворот, унизить всех нигеров. Да-да. Нигеры. На мосту перебить всех, стал командующего, да. Гол в спинку, вниз прыгайте, вперед пробегайте, тут, короче, нет транс. Герои Асмы, конечно. На центральные ворота вернуться. Все сбор над центральными воротами Парадеса. Вот назад не сливаться. На вечернюю осаду, Тимаранты. Военкома. Ты хочешь назад идти? А, понял. Заодно и ачивка будет военкома. Стоим на центральных воротах. Идут, готовимся, стоим на централке. Стоим на централке, отойти, отойти, пускай бомжей всех перебьют. Уходите, пусть бедные. Отойти, отойти, стоять. Отойти, отойти назад. Назад, 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 назад. Все, прыгаем вниз. Сейчас Базил даст стан. Стан командующего. Дал стан командующего, перебить всех. Буфу задамажить, задамажить буфу. У меня в таргете. Красавцы. Назад, 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 на ворота. Там уже не зона. На ворота. Да, заебали дрочить. О! Да сколько он? Аккуратно.
они там... Они за 5 минут ничего не успокоят. 7 минут. Может, это разводка? Да, подождите, ребят. А может, они на синус сейчас пойдут? Кто знает. На базен. Они могут где-то заюзаться, а потом... Ребята, тут асмы будут до конца осады на Парадесе. Кто хочет, остается воеваться на Парадесе. Кто хочет, уходит на Абис. Каратан, много асмов. Кто хочет, остается на Парадесе, или заливаться на асмах. Кто хочет на Каратан. На синус есть парочка асмов. Идемте на Кратан, а то не набили. Пойдем. Идут, готовимся! Готовимся на Парадесе. Команды сейчас будут только для Парадеса. Готовимся, готовимся назад. Назад немножко, назад, в крепость отступаем. На счет три, все вперед. Дам стан командующего. Раз, два, три, все вперед. Вас поворачивается, он один. Байзела задамажить! Отставить Байзела, всех, кто под станом задамажить сразу. Злую Заю! Добить! Добить! Догнать! Добить! Все, назад! Красавцы! Назад! Назад! Нет, еще на центральный ворот. На Кратане, конечно? Да, вообще море. Ребята, у нас на Парадес возврат? Нет. А нет. На базу возврат. Да. Пойду где он должен быть. А тут глухо, белых тьма тьмущая. Не, я лучше на Парадесе побуду. Угу. А там, стоим над центральными воротами. Ждем. Я вам всю дам, всю информацию дам, не волнуйтесь. Интересно, а те, что юзались, куда они свалили? Ну, белые все. Стоим, стоим над воротами, ребята, не волнуйтесь, всю информацию дам. Бури волнуется. Раз. Волнуется. Два. Отойти всем! Отойти! Выдвигаются уже асмы. Отойти всем в крепость. Отойти. Над центральными воротами соберите, чтобы вы вниз сразу прыгали и сливали их. Чтобы они не успевали убегать. Отойти, пускай белых перебьют. Отойти дальше, дальше, дальше. Только по моему приказу. Готовимся. Готовимся. На счет три вперед. Раз. Два, три, всем прыгнуть вниз, все вперед. Надо было бы запустить их внутрь. Инкарнейта, по моему таргету, залить. Залить стал команду еще дал. Залить инкарнейта. О, на кратанчике кто, ребят, есть? Асмы есть. Да, ну, да, нормально. Ребят. Вообще красавцы, обратно на центральный ворот. Там один ганнер летает на кратане. Базайне. Еще раз пойдут асмы. Правильно, правильно. Надо было бы их внутрь запустить, и все, наверное, нормально было. Угу. До ларда прямо туда. Да не дадут дойти. Всем прыгнуть вниз, унизить фи... Финстер Кейта задамажить, быстро! Бегжать за Финстером, не дать уйти, задамажить его. Назад, 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 быстрее назад. Назад все, назад отход. Готовимся, сейчас все глаза, все ДПшки, все в асмов, последний заход у них. Поэтому назад, назад еще, на счет три только разворот делаем. Назад, назад, назад отходим, зайти в крепость, но стоять в воротах, скажем так. За мостом сразу. На счет три готовимся разворачиваться. Раз, два, три, развернуться, все на асмы. Финстера добить! Финстер Кейта добить! Отлично, молодцы! Назад в крепость, назад в крепость, все, назад. Не гоним вне зоны. Уже не считай до запада. На артефакте очень много в Кратане, сейчас походу полетят. На Симус пошли немного. А на каком арте? А, который вот Асмон ушел только что. Уничтожение душ, да? А, абсорция.
Метки не бей. Кто хочет на парадес? Асмы разошлись, кротана. На парадесе еще асмики делают один заход. А нет, на кротан еще летят. Еще летят на кротан. На 6 часов на кротан асмы летят. Готовимся встречать. Стоим на мосту, стоим на мосту. Готовимся. Последний заход, скорее всего. Да, последний заход. Назад, назад, на мост все. На мост, на мост, на мост. Максимально сейчас старайтесь задамажить асмов. ДП, ничего не жалейте, потому что это последний заход, последний шанс получить ОС. Все, всем прыгнуть вниз, все на асмов. До конца уже давим их. Сейчас дам стан. Готовьтесь перебивать. Дал стан, все, перебиваем. Без, за некоторых да, очень не дают уже, апа. Одно тело сверху залетело. А, всё. Штаб, кто хочет обсудить осаду? Толку обсуждать? Блядь. Ноль. Еще не досчитал. Еще ничего не было, вот письма пошли только. Письма пошли только. Пошли. Кто парадес? И чё, и всё? Ну? Хорош. 150, 100, 150. 100, 150, 100, 200. Вот они. Ну всё, ребят, всем спасибо. До Пиперьона потом собираемся, да. Не забудьте. Достижение новичок. Что-то слышно в этот раз. 550. Так, нормально. За какую не дали? Ну сколько сегодня креп было, ребят? 4. 4. Да. У меня 500. Получается 100, 150, 100, 150. Нормально. Ну да, сегодня хоть нормально, да? Хоть воевал, так за что-то. А то как обычно, да? Спасибо. А ты иногда и спасибо не скажешь. А вот 200, интересно, мне за что дали? Ну сегодня хорошо везде было. Ой, за парадес. Может быть, кстати. Да.